22 операции за 2 года перенесла 11-летняя Фатима Аким. У девочки сосудистая патология, потому под хирургический нож приходится ложиться каждые 1,5 месяца. От этого страдают и другие органы. Впереди Фатиму ждут еще 2 операции. Как когда-то совершенно здоровая девочка оказалась в инвалидной коляске, расскажет Салтанат Нургалиева. Со слезами на глазах Фатима шепчет: «Я хочу ходить». Ей было всего 6 лет, когда начались эти страшные мучения. У совершенно здоровой девочки поднялась температура. После долгих обследований врачи поставили диагноз – периферический артериовенозный порог развития, или другими словами – сосудистая патология. Год мы 43 раза в больнице лежали. 2020 года у нас подтвердили диагноз артериовенозной мальформации. После этого начался целый цикл операций. За 2 года Фатима перенесла 22 хирургических вмешательства. Впереди ее ждут еще 2 за границей. У девочки одна мечта – поскорее поправиться и начать ходить в школу, ведь сейчас она на домашнем обучении. Ходьба оказывает сильное давление на ногу, из-за этого начинаются сильные боли от щиколотки и почти до бедра. На погоду тоже очень влияет. Как же я мечтаю поскорее выздороветь, ходить в школу, как другие дети. Хочу гулять с мамой по улице сама, без костылей. У девочки часто бывают судороги, а помимо болезненных спазмов в ноге добавилась и резкая потеря зрения. У нее глаза перестала видеть после этого наркоза. Одна глаза вообще не видит, вторая всего 0,01%, сказали, даже очки не поможет. Семья Фатимы живет в Талдыкургане, потому ей каждый месяц приходится приезжать с мамой в Алматы на операцию. Сама Гульстан Абдулаева – мать-одиночка. Кроме Фатимы, она воспитывает еще 4 детей. Поэтому женщина просит неравнодушных граждан о помощи. Помогите нам, пожалуйста, потому что есть у моей дочки есть шанс ходить. Она сама хочет видеть, с моими глазами не в очках. Она сама хочет ходить. Ни в костелях, ни в колясках. Сегодня для Фатимы открыт сбор. Необходимая сумма 20 миллионов тенге. Большая часть денег уже собрана, но этого недостаточно. Дата следующей 23-й операции намечена на конец октября. Помочь семье с финансами можно по реквизитам, указанным на экране. Салтанат Дургалиева, Мирам Исабеков, телеканал Алматы.